Перец по-кубански – это закуска из маринованных болгарских перцев с петрушкой в томатной заливке. Заготовка получается слегка острой на вкус, а сами перцы остаются хрустящими. Подробнее, как приготовить перец по-кубански на зиму, я расскажу ниже. Перцы для этого рецепта можно брать любые, сорт ласточка тоже подойдет. По желанию в заготовку можно добавить репчатый лук. Болгарский перец 2,5 кг. Помидоры 1,2 кг. Чеснок 1 штука. Острый перец 1 штука. Растительное масло 1/2 столовой экона. Уксус 60 мл. Соль 2 столовые ложки. Сахар 2 столовые ложки. Паприка 1 столовая ложка. Петрушка 1 пучок. Количество порций 10. Подготовьте все ингредиенты. Помидоры надрежьте крест-накрест, залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Затем очистите от кожуры и измельчите в блендере в пюре. Перцы нарежьте на крупные ломтики. Перелейте томатное пюре в кастрюлю, добавьте измельченный чеснок и острый перец. Влейте уксус, растительное масло, всыпьте сахар и соль, а также все специи. Доведите смесь до кипения. Добавьте в кастрюлю перцы, варите их 15-17 минут после закипания. В конце добавьте мелко порубленную петрушку. Перемешайте и снимите кастрюлю с плиты. Переложите готовую закуску в стерилизованную банку, закройте крышкой. Затем переверните банку и укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания. Перец по-кубански на зиму готов, приятного аппетита!